Принести джаз в город – такую цель себе поставили организаторы фестиваля «Дубрава музыка 2016». Джаз, блюз и соул шагнули со сцены культурно-просветительского центра «Дубрава» на большую открытую городскую площадку. И тому была причина. Еженедельные филармонические концерты, проходящие в Дубраве в течение последних двух лет, пользуются популярностью. Третий фестиваль «Дубрава музыка» отличается от двух предыдущих тем, что, во-первых, мы вышли в город. То есть мы хотим, чтобы музыка, которая работает на фестивале, работает в рамках филармонии Дубравы, присутствовала не только в стенах Дубравы, в таком маленьком закрытом клубе, далеком от центра города, но и в том числе для каждого жителя Сергиева Посада. В воскресенье можно было послушать практически всю филармоническую программу КПЦ «Дубрава». И студенческую, студии современной музыки «Индиго Лэнд», и ансамбля солистов филармонии центра. Открыл фестиваль «Дубрава музыка 2016» квартет Елизаветы Пчеленковой. В джазе были, конечно, не только девушки, но вокал Елизаветы Пчеленковой и ударные Лилии Терещенко добавили определенного шарма. Следом готовился выйти на сцену другой квартет Андрея Смирнова. В считанные минуты перед выступлением, пока шла настройка инструментов, ребята немного волновались, но это никак не сказалось на их настроении, которое они хотели подарить публике. Надеемся, что все получится, звук будет хороший, мы поиграем, надеемся, всем понравится. Вот. В следующий раз придут еще нас слушать. Для меня фестиваль «Дубрава музыка» – это способ узнать очень много нового. Особенно мне это важно как музыканту, потому что приезжают лучшие музыканты нашей страны. Это очень ценно. Что поражает в профессионалах? Что прежде всего смотришь в их технике? Все смотришь. Смотришь на то, как они свободно себя чувствуют на сцене. И какие-то профессиональные вещи, как они обыгрывают аккорды, как они существуют вместе. В программе выступления квартета Андрея Смирнова произведения Джона Скофилда и Пэта Мэттани. Сегодня нравится музыка? Отлично, погода только плохая. Музыка отличная. Это все наши родные люди, мы всегда рады их слушать в любом месте, в любую погоду. Понравился. Я совершенно случайно сюда попала. Как вы думаете, вы поклонница джаза, блюза, соула или нет? Ну, вообще хорошей музыки поклонница. Почему вам нравится джаз? За что? За что он нравится? За импровизацию. Воскресный 6-часовой концерт на Советской площади стал концертом открытия музыкального марафона «Дубрава музыка 2016». Фестиваль проходит в течение 5 дней. Основное действие развернется на площадке КПЦ «Дубрава» с 10 по 13 июня. Организаторы приготовили немало сюрпризов, которые ожидают зрителей. В фестивальные дни будет представлено 9 проектов. Первый день будет посвящен традиционному джазу, классическому. Там выступит 2 биг-бенда. Один биг-бенд – это наш муниципальный оркестр. Вот, который каждый год, уже 3-й год подряд, готовит специальную джазовую программу для фестиваля. Он эту программу больше нигде не играет, только на фестивале. И новый оркестр, который недавно был создан, тоже биг-бенд Святослава Текучева. А между ними выступает Карина Кожевникова, которая в представлениях не нуждается. Это вот первая леди российского джаза. У нас не стоит задача удивить или порадовать, у нас стоит задача шокировать, да, то есть публику. Да, ну, эпатажность не за счет каких-то внешних таких фактов, а именно за счет вот качества музыкального материала, качества искусства. Второй и четвертый день фестиваля посвящены современному джазу. В третий день можно будет насладиться этномузыкой. На сцене Дубравы прозвучат такие имена, как Анна Королева, Андрей Красильников, Алевтина Полякова и другие. Наталья Артемова, Сергей Власов, День города.